сегодня станет мясом на ком собакам. В буквальном смысле. Начнем!
ищутся добровольцы для выполнения опасных... Но... Да, у нас особенный бой! Специально приглашенные гости из доблестного ОМОНа будут пытаться задержать неповторимого Меченого. Покажи им, чего ты стоишь!
смертельные аномалии. Опасные мутанты, анархисты и бандиты не остановятся. Преступление и наказание. Неповторимый меченый в роли доблестного мента наводит правосудие против шестерых преступников и негодяев. Айда! Сколько неба копчу. И я, и друганы мои. Прорвемся. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Вот и хорошо. И никого на горизонте. Вот и ладушки. Вот и хорошо. Черт. Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Подходи, сталкер. Как меня угораздило. Проходи, не задерживайся. Вы или опускайте глубже, или держите дольше. Но мутные ни хрена не видно.
Старые наемники. Половина наших людей погибла. Помоги нам. Мы в долгу не останемся. Профессор сбежал! Срочно всем в погоню за Кругловым! Он не мог далеко уйти! Они идут за нами! Меченый, останови их! Ты
Меченый, Меченый, останови их! Они же нас прихватят! Впереди в тоннеле. Аномалия жарко. Надо идти по одному. Так больше шансов выжить. Иди первым. Когда я увижу, что ты дошел до конца, я пойду первым. Зайдешь там, блокируем воржу и...
Сейчас очень важно сделать калибровку. Не плевать, я один никуда не пойду. Я тебя очень прошу, сделай это. Мы все от этого зависим. Все зависит от того, как Меченыч, ты наконец-то добрался к нам. Так-так. Да-да? 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 Ура! Мочи! Мочи! Ура! Да-да? Мочи! Ура! Ура! Да-да? А что тут у нас? Крашенька! Снаружи слишком опасно.
Подожди немного. Сейчас я замерю, и мы двинем дальше. Так-так. Немного зашкаливает, но излучение в норме. Надо идти дальше. Сейчас я замерю, и мы будем дальше. Понять не могу.
беги! Сейчас такое начнется! Лык, мы не можем его так бросить. Бросай. Ему уже ничем не поможем. Скоро выброс. С ним мы не пробьемся. Нет, Лык, я его не брошу. Да-да? Точнее быть не может. Хорошо. Сейчас я попробую настроить прототип. Конченый, что ли? Вообще идиот. Вы отлично справились. Если замеры верны, Меченый, теперь ты сможешь пробиться в лабораторию. Но есть проблемы, лабораторией занимался Васильев. Около недели назад они вместе со сталкером по кличке Призрак попытались проникнуть в лабораторию. Да-да? 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 Да-да?
Cheers.
освободится. Попробуй ее включить, чтобы мы смогли ее исследовать. Послушай, Мечный. Гранатин не сможет долго защищать от сильного излучения. Я предусмотрел такой случай, поэтому когда ты попадешь под сильное воздействие, включится таймер. Когда время истечет, гранатин перестанет тебя защищать. Будь осторожней и не забывай про таймер. Thank you.
управление питанием биоустановки заблокирован. Сообщите офицеру безопасности. Разблокируйте работающие установки. Разблокируйте работающие установки. Разблокируйте работающие установки. Установка С-12 разблокирована. Сообщите офицеру безопасности. Зачем ты идешь туда? И как тебе удалось сделать эту фотографию? Ты даже не представляешь, где я был и что я там видел! Ох, стрелок, лучше не лезьте туда. Держись, сынок. Я о тебе позабочусь. Все будет хорошо. И куда ты теперь? Север. На север.
вертолетов, чтобы они зачистили территорию зомби. Поэтому ты туда пока не ходи, чтобы не попасть под обстрел. Так, кстати, будем поблизости. Загляни к нам в бункер. Да-да? 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 Thank you.
Работаем! За месяц. Душевно. Молодец. Здорово. Опять в сапожищах. Проходи, не задерживайся. Информация может тебе пригодиться. Вот подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Ну что, меченый? Сталкер, вообще для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Ничего, нормалек. Прорвемся.
Не зря же я тут вон сколько неба копчу. И я, и друганы мои прорвемся. Ну, еще раз я понял. Как меня угораздило.